Дмитрий Варшавский, спасибо большое за донат с текстом. Я когда так пел, хотя кому я пизжу, видимо, когда-то. По-моему, мы смотрели этот кавер, и, ну, типа, здесь чел плюс-минус так же и поет, как Варшавский, то есть разве нет? Типа, ну, то есть он просто повторил манеру, но, как бы, это пиздец. Пиздец в самой идее так петь. Даже дело не в том, что плохо или хорошо он фальцетит, а просто в том, что сама идея это пиздец. Можем, конечно, послушать как следует. Так, он не ускоренный? Нет. Радуга приехала. Минус какой-то отстойный совсем. Ну это все равно хуйня, то есть чувак отлично изобразил, но типа там само, как бы, как объяснить, сама идея говно. Лучше Варшавского. Бля, челы, вы разбираетесь в сортах говна просто, если честно. Мое почтение, конечно, но, блядь. Прийти на концерт этого чела и слушать, вот он, чтобы вот там час вот так пел. Церквушки на Руси! Там вот все вот это вот, ну. И текст этот, блядь, вечерний свет какой-то, это ж пиздец. Гитар-про, что ли? Насколько ритмика прям дерьмово уложена. Ну чего-то там чего-то нет, только памяти вечерний свет, блядь. То есть это ж, ну... Это добрый вечер, ребята. Это у него там вылезло вот это клик-клик туда.
Ну, не знаю, типа, ну, как, можно ли, ну, для меня не очень понятно, что вот кто-то пишет, типа, это лучше, там, чем варшавский. Ну, это как, допустим, блядь, ну, чел может, допустим, рыгать вместо пения, и, допустим, кто-то бы стал оценивать, что вот этот рыгает, блядь, громче, там, лучше как-то, ну, для меня это примерно так же, то есть, ну, бред какой-то, чуваки, вы чё, ну, сорян за слова паразиты, но здесь просто больше нечего и сказать.